Четыре памятника архитектуры Самарской области теперь можно увидеть на почтовых марках. В свет вышла серия «Архитектурное наследие России». На марках изображены самарский филиал Третьяковской галереи «Фабрика кухня», дача Головкина со слонами, особняк Неронова и Самарский академический театр драмы. Инициатором изображения самарских достопримечательностей на почтовых знаках стал депутат Госдумы Российской Федерации Александр Хинштейн. Очень символично, что именно сегодня, в день города Самары, в обращение выходит серия «Новое почтовое архитектурное наследие России». Начинается эта серия именно с марок, посвященных памятникам Самары. Я хорошо помню свои детские годы, когда я, как и большинство мальчишек, собирал марок, и многое для меня постигалось именно через марки. Картины великих художников, столицы городов, портреты, имена военачальников, героев, природные заповедники. Я по сей день помню то, что 40 лет тому назад я аккуратно пинцетом укладывал в классер. И для нас важно, чтобы об этих замечательных самарских памятниках узнали и знали не только самарцы, потому что почтовая марка, она навсегда. В день выхода марки в доме Иванова прошло специальное гашение, в котором приняли участие депутат Госдумы Российской Федерации Александр Хинштейн, глава городского округа Самары Елена Лапушкина, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Уважаемые участники церемонии, просим вас занять свои почетные места за столами и приступить к торжественной процедуре гашения. Для гашения участники использовали специальный почтовый штемпель первого дня с надписью «Архитектура Самарской области» и датой гашения 9 сентября 2022 года. Дом Иванова открылся после реставрации год назад, также 9 сентября. В здании расположилось отделение почты в ретро-стиле, интерактивное выставочное пространство, зоны посткроссинга и филателии. Марки, а также конверт первого дня с изображением дачи купца Константина Головкина можно купить в почтовых отделениях Самары. Номинал одной марки – 25 рублей. Тираж каждого сюжета – 30 тысяч экземпляров. Виктория Шара и Николай Епифанов. События.